Бендеры. Как всегда, по четвергам новости с Объединенной контрольной комиссии. Что обсуждали? В Молдове второй тур выборов 3 ноября. На территории зоны безопасности со стороны Молдовы, конечно, снова будут работать избирательные участки. ОКК еще раз подтвердили, прошедшие выходные молдавское голосование прошло спокойно, без инцидентов. Поддержали сегодня российские и молдавские коллеги. В частности, выступил молдавский сопредседатель о том, что в этой части сама система проведения выборов, пропуска граждан, значит, наличие определенных каких-то моментов, связанных с передвижением, перемещением людей в зоне безопасности, значит, была организована на должном уровне. Каких-либо информации о осложнении ситуации, провокациях, каких-либо, значит, вопросов, связанных не с непропуском граждан к местам, значит, голосования, в указанный период в Объединенную контрольную комиссию и Объединенное военное командование не поступало. Из доклада Объединенного военного командования в зоне безопасности снова нашли несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны, например, в селах Парканы и Ташлык. Там во время работ в поле обнаружили артиллерийский снаряд и мину. Их вывезли и обезвредили. Ну и главное, что важно слышать каждую неделю. Ситуация в зоне безопасности под контролем совместных миротворческих сил. Военных приготовлений нет. Обстановка спокойная. В этом плане ничего нового. И это хорошо.